Несколько месяцев назад мэр Геннадий Леонидович Труханов инициировал создание в Одессе крупнейшего центра реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями в сочетании с образовательным и социальным учреждением. Таким образом, совместными усилиями разных департаментов городского совета мы определили, что... Здание и э, территория бывшего санатория ⁇ Ласточка ⁇ которая находится в прекрасном месте на, в районе 16-й э, станции Большого Фонтана, которая занимает площадь порядка 3,7 гектаров земли, прямо находится с, над Обрывом, с видом прекрасным на море, что именно такое место должно быть использовано именно для э, деток с инвалидностью, для их дальнейшей реабилитации и обучения. И мы пригласили по инициативе также Геннадия Леонидовича лучших урбанистов города, которые разработали нам несколько концепций, как может выглядеть такое современное учебно-восстановительное реабилитационное заведение. Сегодня этот проект был представлен лучшим специалистом нашего города, руководителем крупнейших организаций города, которые занимаются такими такого рода вопросами. Помимо того, в совещании принимал участие заместитель мэра по строительству, заместитель мэра по финансам и социальным вопросам, а также руководители крупнейших наших департаментов, а именно образования, социальной защиты и медицины. И э, все специалисты э, сошлись во мнении, что действительно такой центр крайне необходим. И сегодня представлена была предварительная концепция и предварительное техническое задание на проектирование такого центра. Сегодня, к сожалению, количество таких детей возрастает с каждым годом, э, и э, условия необходимо создавать, как считает мэр, для наших детей самые лучшие.